Да, и чё, сколько ракета это стоит? 40 миллионов тенге. Нехило, нехило. Давай тогда QR-ом. QR есть, да? Игра в кальмара. Точно такая идея, прикинь, была. Один в один, прикинь. Корейцы опередили, а. И чё, сколько стоит, если весь бизнес-центр взять? 200 миллионов тенге. Так, давай тогда завтра, наверное, вечером, да? Я сегодня Теслу просто недавно взял. QR есть, кстати, если чё? Тима, ты чё бегаешь? Вчера же ногу сломал. Брат, терпим, терпим. Сабр, о, сабр. Сам знаешь же, терпение, мать учения. Английский. Пауэрбэнк есть у тебя? Нет. Теслу надо зарядить, блин. Слышь, балбес, отошел от нее? Вот, пожалуйста, ваш счет. Сдачи себе оставь, братишка. Ваш счет. Ну что, пацан, давайте скинемся. Здесь 16 тысяч общий счет, с каждого по 4 тысячи. Пацаны, я угощаю. Серьезно? В натуре, Рус. А что так? Машину продал, не жалко. Брат, в таком случае давай я сам. Давай, я сам закину. Ты что? У тебя машина и так недорогая была. Ты лучше кредит свои закрывай. От меня, брат, подарок послан, я сам, хорошо? Так, пацаны, что, давайте скинемся? Давай. Здесь 16 тысяч вышло, с каждого по 4 тысячи. Не слушай никого, кто сможет. Будто ты ничего сможешь. Если есть мечта, оберегай его. Люди, которого не могут будет уверять, что у тебя не могут. Поставил цель, добегайся и точка. Ладно, давай еще 500 тысяч тенге, я землю сделаю, хорошо? Хорошо. В область пойдет? Да, пойдет. И жизнь ты сам такой все сделал. Мы должны удивиться каждого своей наш. Звали, да? Санжар, ты уже неделю как опаздываешь на работу. Что у тебя случилось? Целую неделю сонный ходишь. Да нет, Соля, скажем, все нормально. Санжар, ты же знаешь, что у нас слышащее государство. Я как начальник объявляю себя слышащим начальником. Давай, рассказывай, какие у тебя проблемы? А, да? Ну, Соля, скажем, у меня в кабинете ремонт обещали сделать, там не сделали, вообще конченая мебель. И зарплату обещали поднять. Вместо этого я 3 месяца не получаю зарплату. Ой, все, из-за таких, как ты, ничего слышать не хочется. Если я слышащий начальник, это не значит, что мне грузить надо. Приятное, скажи. Как я в Дубай слетала, какой красивый загар у меня. Помада у меня, смотри, какая дорогая. Классно у вас загар, Савлия Оскаровна. Вот если бы у меня была бы возможность, я бы тоже съездил бы где-нибудь, позагорал бы. Ой, все, иди, а? Слышать тебя не хочу. Все, до свидания. Ну, бля, братья, короче, почему я вас всех собрал? Потому что меня уволили с работы, теперь я без бабок. А еще я продал свою машину, теперь я пешком. Знаете, я уже от всего устал. Я просто сижу дома, бухаю, у меня депрессия. Нет желания с ним общаться. Ты чего остался? Эй, родной, до конца выселим, короче. Ай, мама, нахуй. Давай пойдем, жахса. О, здорово. О, здорово, сосед, как дела? Нормально, че ты машину помешь, Лаза? Да, вот Делику взял. Дизельная, вот машина, люфтовая. И у тебя же нормальная камрюха была. Да ну ее, вот практичная машина. Вот машина, я понимаю, да? В субботу взял, детей посадил и в горы поехал. С друзьями на рыбалочку. Вот туда-сюда, вообще классно. Да супер. Ты че? Девчонки заглядываются. Да. Маринку знаешь с продуктового? Ну. Вот она подходит, прикинь, подкатывает. А вот эта Наташка с парикмахерской. С парикмахерской? Да-да-да, вот эта разведенная. Тоже подкатывает ко мне сейчас. Ничего себе, она же ничёшная же. Да, сейчас. Алло, дала пуля. А? Капусточки взять? Ага, и ржаного, да? А что? А, борщец будет? Все, отлично, добро. Добро, давай. Че, в гости-то заходи. А, не, Рахмет, другой раз мне сейчас ехать надо. В субботу что делаешь? На рыбалку поехали. А в субботу? Не, я же на свадьбу, там другу надо ехать. А, ну все, давай, сосед, добро. Давай, ага. Давай. О, Макиш, халасим, брат. Как ты, брат? Нормально. Нормально, сам как? Да, потихонечку пойдет. Слушай, Камри 70-ка твоя?
Да? Раньше же армянские номера были. Че, сейчас на местные поменял? Да, я поменял. Мне один родной решил. Да ты че? Как решил? За 700 тысяч тенге при решил. Все, поставил. За сколько? 700 тысяч тенге. Братан, ты че? Твой родной это гнилой. Реально я тебе говорю. Он 700 тысяч у тебя взял, сам пошел в ЦОН, на кассу заплатил 12 тысяч тенге. И все, и вытащил тебе техпаспорт. Техосмотр тоже можно здесь пройти. Не надо в Армению ездить. Короче, конкретно это гнилой, беспонтовый у тебя. Давай, проблем, что опасно. Все, давай. Гнилой, то есть родной. Что за кидок, я не понял. Где мои бабки, 700 тысяч? Братан, там, понимаешь, через человека... Завяз, не надо, и давай пообщаемся конкретно. Есть что проблема? Я тебе дам совет такой, брат. Жениться на той, которую уже приятно терпеть тебе, жесть. Кайфуешь, жесть. Уже она не принцесса для тебя, но ты кайфуешь от ее выходок, от ее ругания. Она тебе накричала, ты такой, моя баба, жесть. Вот мне же постоянно ты вот везде носки разбрасываешь, можешь убирать за собой? Слышал? Кайфуешь от этого ругания. Вот такую нужно брать, брат. Вот на такой надо жениться. А идеальных не ищи, да идеальных нету, брат. Вот мой совет тебе. Женись на той, которую приятно терпеть. Папа, где моя рубашка? Не знаю, у мамы спроси. Папа, а можно яркие вещи с белыми стирать? Я откуда знаю, у мамы спроси? Мам, надо вещи в новую квартиру завести. Угу. Заказать еду и она куда-то завтра порвёт. Как это быстро сделать? Я не знаю! Иди у папы спроси. Что там? Быстро показывай, что там! Что там? Говори! Мы хотели вещи перевезти в новую квартиру, потом сделать доставку еды, потом отправить подарки худоларга. И как это быстро сделать? Наконец-то! Пришел мой час! Здравствуйте! Здравствуйте! Вы на лечение? Да? Да, проходите. Посмотрим, что у вас. Да, у меня кариес тут. Снизу, справа. Вас же Кайрат зовут? Да, а мы знакомы? Нет, не знакомы. Я вас не помню. Давайте, ротик открываем. Ага. Два года назад вы мне продали утопленную машину. Давай список продуктов составим. Сначала меню на твой день рождения. Там салаты какие хочешь. Давай. Мам, можно я суши и пиццу закажу? А по ушам ты не хочешь? Я же сказала, это вредно. Давай селедку под шубой и оливье. Сытно, красиво. Я не люблю селедку и оливье. А что ты любишь? Ну, давайте морепродукты. Где ты море видишь? А? Давай сазана купим, пожарю хорошо, с корочкой так. Все под закуску, мама. Где под закуску? Маты горячие. Так, из напитков. Колу, пепси. 4 бутылки вина. А мы же вино не пьем, мам. А что, я не имею права, что ли? Я родила тебя. Я тебе жизнь подарила. И я не имею права даже чуть-чуть вина выпить, да? 5 бутылок пива. Неблагодарная. Кстати, пацаны, Сайла же с Алматы приехал. Серьезно? Да. Тимат, ты же с ним хорошо общаешься? Ну? Что там, у него есть новости? Пополнение? Ну, я не знаю, вроде как... Да не, он, наверное, она залетела, он, блин, свадьбу быстро сыграл и все. Да не, почему? Я же не знаю, сейчас просто... Давай. Кстати, Сайла, ты же уже 10 месяцев женат? Да, брат. Уже как бы 10 месяцев, и там, ну, есть новости какие-нибудь? Ну, там, пополнение, что-нибудь. А, не, брат, пока тишина. Я же говорил тебе. А что случилось? Да ничего так, просто. А вы что сразу думаете, да? Женился, сразу детей, что ли, делать надо? Что за стереотипом? Хочу просто для себя пожить. Там. И нахуй тогда жениться вообще? Сибирь на бабке, мечебе на бебе. А? Ага. А? Привет! А-а-а. Да ты помнишь меня, мы на свадьбе перед Гуляпой встречались. Вспомнил, да? Как дела? Да, я знаю, в инсте уже видел. Квартиру, да, купил, да? Ага. Поздравляю, молодец. Кстати, есть же наша знакомая Кони. Она забеременела, представляешь? Ко мне такси приехал. Я поеду. Давай, не пропадай, хорошо? Увидимся. Пока. А? А, ага.